В Юрмале и Риге состоялись несколько мероприятий в рамках музыкального фестиваля «Новая волна 2012», который откроется в Юрмале 23 июля. В Юрмале в комплексе «Пегаса Пилс» состоялась уже ставшая традицией мероприятие по созданию барельефа «Новой волны». В создании скульптурного изображения, которое проводится совместно с ЮНЕСКО, приняли участие не только конкурсанты и организаторы конкурса, но и послы государств, представленных на конкурсе. Мероприятие проводил гендиректор Александр Румянцев. Он попросил участников делать лаконичные фигурки, а не писать подробные письма маме. Затем уже в порядке очереди устанавливать свои фигурки прямо на барельефе из специального скульптурного пластилина. Участники в интервью Микс ТВ отмечали, что им очень нравится Юрмала. Здесь очень родной климат, вы знаете, и акклиматизация и адаптация проходит очень успешно. Сосны. Да, да, главное, вы знаете, как у нас все, так что нам очень нравится. Здесь очень мило. The specialest thing you see is the calmness and the green and the trees. You cannot ignore this. It's so wonderful. Жалко, немного прохладно, а так, конечно, очень красиво, свежий воздух. Сразу после создания барельефа состоялась церемония гашения специальных марок «Новая волна 2012». Каждый участник конкурса получил несколько марок «Латвия Спас» с собственным изображением. Кроме того, им были вручены открытки, на которых Румянцев посоветовал написать послание своим родственникам и друзьям. А вечером в Риге на Дамбе АБ состоялась жеребьевка второго дня.